Был корпоратив, где мы выступали для одного человека. Для одного. Опиши этого одного человека, умоляю, что он хотел, зачем? Весь Comedy Club выступал для одного человека, который, мало того, он был, по-моему, казах. Казах. Казах, по-моему, да? Мы выступали в доме. В доме. То есть это был дом. Это не было там сцены, ничего не было. И он просто сидел вот так и смотрел все. Одинокий казах. Один. Один. Он сидел вот один. У него был здесь какой-то стол, на нем был какой-то лаваш, какие-то что-то, какие-то козы. А вы всем составом реально, то есть полный топ-состав Comedy Club? Абсолютно. Весь полностью мы там, добрый вечер, здравствуйте, вас приветствует Comedy Club, и все, пошло. То есть, и вот он один. Ну как, человек оплатил все от начала до конца, как бы. Мы приехали, вот он сидел. И в какой-то момент, это смешной случай, у нас был такой человек, выступавший, у него была шутка одна единственная, ну, как не одна единственная, то есть у него самая топовая шутка в его выступлении была, что скажи наркотикам нет в Грузии, то есть я сейчас не могу точно формулировать, но шутка типа, что в Грузии запретили наркотики, и там хватит, давайте лучше бухать. Вот такая у него была шутка, и на тот момент это его была топовая шутка в его выступлении, но нам всем казалось, что, ну, это странно, хватит, давайте лучше бухать, ну, так себе. И мы выступаем для этого одного человека, который сидит вот так, мы, воль, все, показываем номера, топовые номера, там все, там ежик, там все угодно. Ноль, просто вот. И в какой-то момент выходит он и говорит, хватит, давайте лучше бухать. Нет! И у него начинается истерика, я не могу описать, истерика, он валяется по полу в слезах просто, вот так вот. И он говорит что-то какому-то помощнику, который забегает на этот крик своего хозяина в дверь, и говорит, типа, что-то они говорят, и он принеси там что-то, ему приносит десятку тысяч там, долларов, и он дает ему вот так. И говорит, скажи еще раз. И он говорит, хватит. Вот сам, он сам охренел от того, что происходит. Он говорит, такой реакции не было. Он говорит, хватит, давайте лучше бухать. И он... И после этого мы с Батрудином вышли, в абсолютную тишину выступили, и я говорю, может, нам тоже сказать, хватит. Давайте лучше бухать, может, и нам перепадет, потому что тогда десятка зелени, это было страшнейшие деньги. Вот. Но нет, у нас не сработало это. Так что, чего только не было. Самый невероятный корпорат,